самое сложное говоришь. Первую фазу, блядь, у меня пиздили босса вообще. Зачем ты нахуя-то? На третьей фазе я, блядь, только успел из лучшего убегать. Че, давайте по-быстрому пронесем. Как бы тоже спать пора. Еще, у тебя еще 40 минут времени. За 40 минут ты, блядь, две резки должен успевать проносить. А че, Ауди пойдет, ему чешку так то надо. Ауди, он ушел. Что, значит, отдадим кому-нибудь там, ну, кому надо, кто-то заберет хули там. Если она выпадет вообще. Так, кто с замены хочет ВРС-ку? Фрэнсис. Я тоже хочу замениться. Можно мне? Кто с замены хочет ВРС? А, из тех, что на замене. Типа. Старик. Да вы не поняли вопрос. Замена. Наоборот. Замена. Лена, сейчас Настя придет на шамане. Или на присте, не знаю. Ей чешка нужна. Хиловская. Эрнест. Ему надо что-нибудь, нет? Наверное, не слышит вообще. Эрнест пойдет в РС-ку. Ауди тут? Ну, уже сказал, что через 20 минут ему уехать надо будет. Он персонажа оставил и уехал. Мозер, пойдешь к Хактом? Он предупреждал. Мозер, Хактом, пойдешь? А что, там мест много, что ли? Одно место. Есть сердоли какой-нибудь на продажу, не? Один. У тебя жетоны же есть по-любому. У меня есть жетоны. Ты зря купишь их, что ли? Бля, там же кто-то пулит нахуй, да? Все, одно место под Мозера, Хантом, Мозера, заходи. Хантом, выходи в РС-ку. На поддержку дамажишь, а в этот в основной статик пойдешь пистом, заберешься три не надо тебе. Да, нахрен не нужно. А, блядь, нужна, то не нужна. ДЦ Настя заберет, у нее ее нет. На последний раз ее отжали, вообще желания нет привыкать. Я слышал эту историю, прекрасно. Кават, в РС-очку хочешь прогуляться? Да. Ну, если Настя пойдет за ДЦ, то я могу за мага перепрыгнуть. Ну, либо в 2 ДЦ, один тьма, другой свет. Все по-моему. Перепрыгнешь, значит, на мага, или не перепрыгнешь. Есть второй танк. Сейчас танк. Будет. Калата быть. Присумайте, пожалуйста, а то я шатрать руками КД. Чем еще тоже стрекаться? Дрошаки. Тыкайте в квадрат. Кимон ЧФК в Доларане. Лёха, накупи специи с приправами. Могу продать. Будет время. Котики, в кого плюс пихать? В умность. Настя, на ком? Угадай! На шаман. Два классических ДЦ не пойдут в РС-ку. Не, ну я могу за мага прыгнуть, мне-то что, мне-то пофиг.
Давай, вырывайся. Просто тут чешка чаще падает, чем у нас. Да, похую. Тут та чешка. Я со сверчком хилю, видел как? Чешка слишком сильно меня бурстанет, нельзя. А что, Сусумон будет или лететь? Я пока не вижу, что там, что они там делают. Я уже смотрю. У тебя, значит, шаман будет одет лучше, чем, блядь, принц. А на тринке однозначно будет лучше. Это факт вообще. А сейчас вы это самое. Гладиаторы тут всякие, вот эти вот старики, вот эти вот ЧСВшные шаманы. А, да, Элема, сейчас увидите депосу моего Элема. Вот никто из вас так не дамажит, как я. Это покажи им. Я покажу, как надо дамажить. Да вы можете хильте. Научи лоху. Как надо. Настя, это ты, получается, готовишься к этому, к джайне на шамане, да? Конечно. И морально, и физически, вообще, руками, ногами, лицом чуть-чуть. Красишься перед РТ, да? Руки мою с мылом несколько раз, знаешь, как хирург, и обязательно еще руками кверху, вот так вот иду до мышки, чтобы только до мышки дотрагиваться. Обязательно нанимаю раба для джайны, чтобы он мне во время пула пот со лба промакивал. Вы что думали, так просто? Бля, шаманы, давайте в ряд прям встанем, нахуй, строим, нахуй. И когда мы шипы пускаем, блядь, как будто просто с автомата, нахуй, втроём. Когда шептуна пускает? Да, смотри, смотри, вот так втроём стоишь, нахуй, и они начинают, как с пулемёта, хуяч. Ты ещё скажи, тотемы в один фрейм поставьте. Не, надо звёздочкой ставить, надо, чтобы они кружочек образовывали, сейчас покажу. Я уже лечу. Ждите, блин. Сейчас фэншу я как нафигачу вам. Надо, блин, категорию донатить. То, блядь, ни одного шамана, то их 7, нахуй. Алло, очнитесь. Давайте сделаем рейд из шаманов. Посмотрим, кто король шаманов? Да! Королем всех. И возглавляет эту банду демон. Где там потом? А сапоги распылили с Молгрима, да? Не, там кому-то отдали. Япончику, по-моему. Распылил сапоги, япончик. Тотем, тотем. Да, я их распылил. Мне отдали, я сказал. Потому что они не нужны, зачем? Мне сказали, это подарок, можешь распылить, я и распылил. Фу, коват сейчас сдох. Поздно, одумался. Нет, они... Коват, они... Так коват, блин, забился в дырку. Не, без ГП на мейн-спек тебе бы их все равно никто не отдал. Я бы их сейчас с ГП взял. Ну а что ты так поздно одумался-то? Знал, что пояс выпадет. Как минимум бы сказал бы, подождите, не пылите, там, подумаю, упадет такая шмотка. Забей, они падают каждый рейд. Знаешь, сколько раз шмотка? Это ты зря сказал, братан, это ты зря сказал. Да кто так криво тотемы ставит, очень не умеет? Если у нас сколько сердоликов нет, оставляет. Подожду. Вот так надо. Ты сейчас произнес запретное заклинание, после которого никогда не упадет. Тайная магия, не Хогвартс. Просто я забыл, что у меня кольцо с РСК есть, которое меткость тоже дает. Ой, блядь! Извини. Долбали спамеры, сука. Да чего не хилите собаку ебучую? Никогда она
А мне имя ее не нравится, я с таким именем не дотрагиваюсь до животных. Нахуй на нее еще ману тратить? Тут, блядь, на людей-то мана не хватает. Тут еще твоих собак килит. Имя было бы нормальное, хило собак. Да, вот Саню грех не из котлетки Саню, не похилить. А тут какой-то пес. Хуй пойми. Угу. Горбатый. В прямом смысле, хуй пойми. Сука, напуливать на вас буду. Ну смотри, тебя не прохилят, а ты как пес уйдешь в мир иной. Да мне поебать, главное, чтобы тебя с собой забрать. Ну, за напул ГП и за смерть ГП, бля, вообще хорошая вещь. Ты знаешь, кто на кого напулил. Но... У меня ДБМ показывает, так что не это. На кого показывает, на кого напуливает и кто напуливает. Вот у тебя сейчас, Никитос, у тебя КД на пул 18 секунд. 21, блядь, алё. Блядь, заберите с меня этого пика. Сейчас, погоди, трэш, я... Никитос, плодилку глянь. Да, там все отслеживается, весь аддон, так что это не закончится. Я вообще ни хуя не вижу. Здесь. Где это показывается, я не вижу. Справа в углу. Там можно даже поставить, кто на кого дебаф перекинул. Шкафчик поставьте, пожалуйста, воротки после комбо. Ну хуйню он тебе показывает, что когда ты сказал 15, у меня на пол было 20 секунд КД. Так что пиздит твоя хуйня. А факт в том, что он сработал. Ну, сработал, но он напиздел тебе на 5 секунд. Значит, какой-то хуйни уменьшающей нет. Тимбич, свет на танка, вторую копию потанчишь. Коват возьмешь самого босса, ДКшка возьмешь первую копию, Тимбич вторую. И как я не узнаю? Ты же сказал, что ты будешь на поле. Теперь я знаю, почему я умал. Поставьте мамонта починиться, у кого там есть пухана починиться. Вот смотри, копия только выйдет, и что-то не подмирала. Пухан, вон мамонт стоит, дичь. Давайте на позицию, на пол в кого-то, ДКшка заберешь первую копию, тембич танка. Настя, где тотем и звездой? Так, а где тотем? Присутствую. Ну-ка сюда тотемчик какой-нибудь откните. Тимбич, ты тут? Давай глаза так тотем открыть. Сейчас звездочка будет. Там рыба. Пизду, пухан, спекнуть танк, потанчив свою последнюю копию. Нет тотемов, не могу звездочку поставить. Да хуй заебали, ёбаный карась, сука. Пухан, возьмешь последнюю копию, коват на позицию, этот Никитос на пул дашь сверху. Давайте, гуляйте. А пристаблов не хотите дать? Адмирал, я тоже тебе каску так буду дать. Это я дал приступ. Приехал. Я его в личку просил дать. Когда я ем, я глухо не ем. Что, тотем и звёздочкой? Блин, Саша. Дистанцию наберите, что вы там жмётесь друг к другу? Для тепла. Где он на улице как холодно? Это же нет. Воля сильнее страдание. ДКшка, забирай копию, Никитос, что там стало? Коваться. Все, этому. Никитосу ГП.
Ты специально сдох, нахуй, чё ты пиздишь, нахуй? У меня стрим есть, на пул показала. Не может быть. Сейчас копия вылезет, пока он готовится. Сильнее страдание. Видели, да, Дэнса Шимана моего? Не то, что вы слаги. Покайте там третью копию. Поднимите кто-нибудь адмирала. У меня на пол откатился, поднимите адмирала. Перетаунчите копию кто-нибудь. Кайтим. Спасибо. Это... Без вас я бы долго не продержалась. Да ты пиздец за них быстро сдохни. Страшные события. Тут ДПС, а потому что пиздец алгоритм. Никитос, последняя китайская. Увижу на пол не туда, куда надо. Тикну с гильдии. Враск, вставай. Сейчас не будет, да? На пол в кого-то. Кого-то пуляй, баба. Подожди, я встал-то, блин. Куда? Я успел. И нарочек можно? Мы ж только спулили. Вообще. Меня подняли. Меня из Никитоса в Симону потерял. Хорошо, я поставил тебе такой. Бесполезный лице. Достойный хиль просто, у тебя становится. Бич, давай с тобой потом поговорим. Блять, коллеги, вот кто согласен? Тим Бич охуенный никнейм, просто шедевр. Будет Фрозен охуенный. А когда она уже улетит за тварь? Улетела, ты попросил меня достать? Зачем вы разбегаетесь? Нет, чуть-чуть. Ковад на боссе, ДКшка справа, Пухан слева. Блянь. Алекстраза выбрала достойно. Так, Банти, Ферам, кто кому? Кто первый, кто второй? Не надо. Вообще на меня не надо, Антифер. Пепел.
Дайте джикс или мамонта. Сейчас поставлю. Первая, вторая тьма, третий, четвертый свет. Посылаем пока тут. Пока тут Харсик и Настя тьма. Адмирал Измаил свет. Мне тьму или свет? Кала тьму, да кашка свет. Ставлю рыбку, кушаю рыбку. На пол кого-то. Короче, на бок на пол поехали. Так я во тьме, зачем на меня на пол? ДК-шку нахуй. Первая, вторая тьма, третья, четвертая свет. Все готовы? Этот мир вот-вот соскользнет. Заходим. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Кто-нибудь один, кто диспельт имеет, встаньте на другую сторону, на всякий случай. Тут почти каждый имеет диспельт. Милик, к боссу не надо прижимать. Перебежали. Нет, это все. Можно и нырочек. Кто скажешь, когда... Ой, блядь, Никита, кого скажешь, когда... Заходите. Ближе к хвосту встаньте. Площадь будет между мной и вами. Луч скоро. В хвосту. На нахуй. Это я видел. Специально смотрел. Почему поставил босса? Зачем в хвосту-то вставали, если там луч и появился? Давайте, умирайте, речь. Ладно, танк тупит, нахуй. Сами-то чё не сместились? Как мы сместимся, если у нас луч прямо над нами появился? Так, посмотреть на луч? А я, ебать, бессмертный, да, выжил, блядь? Я тоже. Как посмотреть? Нет. Я специально повернулся и посмотрел, где будет луч, и увидел, как он идет по рейду. Минус Джунуэн. Рыбку кушаем, давайте резче заходим в инст, пока тут... Видно же было, сфера прошла за спиной, он хуй двинулся. Понятно было, что рубанет сейчас.
Мало было курса, ну у тебя заметил. Нахуя. Можно за флут получить. Давайте едим рыбу, раздаем бафы. Убиваем босса, расходим, ставите быстрее же. Уезжать надо. Еще в душе даже не было. Кого-то далеко. Сфера не видел, сейчас релогнусь. Короче, на баф на поле. Это у Локи, наверное. Великовато. Великовато. Старичок, под, что не хватает? Под окном нахуй хуярит. Боже мой, если ты здесь старичок, блядь, 63 года! Пацан перемирия хочет, нормально все. В смысле 63? Мы такой на тусовках слушаем. Сочувствую. Это еще что? Чёрт, да, вчера был на фул, стоп на рефлот. Все готовы выйти. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть. Пацаны, на дальней стороне бить круто. Миссия, зачем мне ебались ТБП? А? За напол. А, за напол? Че написали вагон, блядь. Так вагоны напуливают, хила. Они обидели мою собаку. Какова-то размыть, как он будет говорить, когда заходили. Иди спойте с меня. Кто-то рядом с боссом стоит, путёвка. Прохильте меня, прохильте, прохильте. Скажешь, когда заходи. Найдете лишь страдания. Входите, если подходите. Харсик. Лезвие секунда, смотрим за шариками. О, любое дело. А не вот это вот все. Пошел пожирание души. Лезвие 2 секунды. Пожирание. Сначала. Вагонов захил. Пинер можно? Тьма, стоп, на редепс. Беги. Тьма, стоп. Тьма, стоп. Ты сама молнии ебашишься. Да чё я там ебашу, блядь, 5 ДПСа? Было бы чем там ебашить. Тьма бейте.
Мобить. А почему 4 человека, которые должны быть в свету, находятся во тьме? Гамбле стареснешь там, Пухана. Пухан, ты останешься в свету. Прокручиваемся, бывает. Стан, смотрите, не словите, аж под жопой. Диспел. Во тьме Геру дайте. Свету тоже дайте, если не давали. Ну, они опережают по ДПС. Не давали, вшивали. Ну, значит, дайте, осталось-то 7 минут. Вышел кто там с этой хуйни. Блять, что за лезвие она? Добивайте. Аккуратно, только там святой один хил остался. Во тьме. Да, во тьме. Может, не прыгнуть? Там 3% у босса. Вагоны. Квад пиздец опасный тип вообще. Еее. 10 чешек упало. Все лицо в чешках, сука. Чешки падают на лицо, ты открываешь рот, высовываешь язык и делаешь вправо-влево движение. Какие познания у тебя. Хорош. Дождь из чешек. Аллилуйя. Это чешечный дождь. Аллилуйя. Че, все, теперь ро или еще что-то? Все, все свободны. Адмирал, пойдем в РБК, братан.